Украинские инвесторы потребовали у России миллиарды долларов. Компании и физические лица с Украины оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил замглавы Министерства юстиции России Михаил Гальперин. Он сообщил, что украинские юридические и физические лица подали более десятка исков в международный арбитраж в связи с соглашением между правительством России и Кабинетом министров Украины о поощрении взаимной защите инвестиций 1998 года. Заявители требуют от России возмещения стоимости имущества, якобы утраченного такими лицами. Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов, сказал Гальперин РИА Новости. Национализация в Крыму проходила до 1 марта 2015 года. Всего в перечень национализированного имущества вошло около 250 объектов частной собственности, в том числе все объекты украинского олигарха Игоря Коломойского, а также Ялтинская киностудия, предприятия «Крымэнерго», «Крымавтотранс», филиал «Укртелекома», «Черноморнефтегаз», «Крымхлеб», судостроительные и промышленные предприятия и другие. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цыков предложил простой способ возвращения Крыма Украине после визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. «Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем. Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась 300 с лишним лет назад», — заявил Цыков. По его словам, других вариантов нет. Так он отреагировал на стратегию президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма.